В новом отделении кардиоцентра установят 5 ангиографов, разместят 10 операционных залов. Об этом рассказали радио Хабирова в ходе осмотра строительной площадки нового корпуса. Также главный врач кардиоцентра Ирина Николаева пояснила, что в новом здании будет 140 кардиохирургических коек. Отделение хирургии освободит занимаемую территорию и переедет в более комфортные условия. Здесь же разместится новая поликлиника для взрослых. Там будет большое приемное отделение, которое позволит разделить потоки плановых и экстренных пациентов. Глава республики в ходе осмотра дал поручение отремонтировать и привести в порядок фасад действующего здания и благоустроить прилегающую территорию. Причина смертности у нас в России и в мире – это сердечно-сосудистые заболевания. Второе – это онкология. Соответственно, вот туда мы и направляем целенаправленно основные ресурсы. Вот здесь вот это несколько миллиардов рублей объект. Это, вот это здание, оно больше, чем предшествующее здание, там полтора раза предшествующее здание Республиканского кардиоцентра. Но самое главное – это очень высокий технологический уровень этого кардиоцентра, потому что здесь делают новые операции, новые технологии. Также в новом корпусе будут проводиться не только такие операции, как трансплантация сердца, но и сложные гибридные операции, которые помогут врачам спасти тысячи жизней.